Всем привет! Вы на Флагман Шоп. Этот обзор, скорее всего, будет полезен тем людям, которые ценят минимализм, а также любят ловить в английском стиле. Итак, с вами рубрика F-новинки. И сегодня речь пойдет о новинках от торговой марки CarPro, об индикаторах поклевки, которые называются либо Hunger, либо Bad. То есть это самый подвижный и самый чувствительный индикатор поклевки. И начнем мы наш обзор с хангера, который называется Micro. Вот я его предварительно достал. Что такое хангер? Он же бат. Выглядит вот таким вот образом. Металлический держатель, цепочка, что является вот самым как раз чувствительным местом и самым подвижным. Бочонок, бобинс и фиксатор лески. Такие хангеры поставляются с дополнительным грузиком весом 11 грамм для того, чтобы вы могли в случае дальних забросов и ловли на дальней дистанции утяжелить свой хангер вот в этом месте. Я сейчас покажу, как это делается. Откручиваем наш бобинс, прикручиваем к нему, 11-граммовый грузик. И затем крепим на грузик нашу цепочку. И получается у нас вот такой вот утяжеленный индикатор поклевки, который быстрее среагирует в случае поклевки в берег. Его можно дальше отодвигать, ближе, в зависимости, кто как любит. Они идут в четырех цветах. Это красный, желтый, синий и зеленый, который я вам уже показал. То есть очень миниатюрные, качественные, прочненькие. И бочонок, обратите внимание, имеет слоп для изотопа, для бета-лайта, который можно сюда вклеить, вставить, и его будет хорошо видно при ловле ночью. Также очень хорошая конструкция самого фиксатора зажима лески. Обратите внимание, она еще изменяет угол наклона. То есть если у вас вот поклевочка происходит, в берег наклоняется, все, вот он уперся в цепочечку, и дальше уже работает сам зажим. То есть вот видите, как вот изгибается, это не зажимает леску, не зажимает, не фиксирует, и тем самым у вас поклевочки абсолютно идут точные и максимально чувствительные. В следующем на обзоре у нас Hunger Mobile Bobbin. То есть мобильный такой бобин мы его назвали, из-за того, что у него тоже, вот обратите внимание, головка свингера, вот бобин, тоже подвижная, мобильная. То есть, что тоже придает ему хорошую подвижность. Итак, из чего состоит? Из вот подвижного бобинца. Здесь идет фиксация зажима лески, подпружиненные шарики из нержавейки. Сам бобинс имеет два слота для бета-лайта, которые можно вклеить с двух сторон. Также в комплект этого хангера входит и 11-граммовый дополнительный груз черного цвета. То же самое, как и у предыдущего хангера, нужно выкрутить цепочку. Вкручиваем в сам бобинс. И потом присоединяем саму цепочку. Таким образом мы утяжеляем нашу вот эту часть, сам бобинс, для более как бы чувствительной поклевочки, индикации поклевки. Это все нужно для ловли при дальних забросах. Работа хангера происходит таким образом. Опускаясь вниз, видите подвижность этого бобинса, что улучшает гораздо саму индикацию. И также работает на подъем. Эти хангеры есть в желтом цвете, в зеленом, в синем и красном. Как вы видите, все цвета стандартные, подойдут под любые сигнализаторы. Друзья, а кто ловит на такого типа индикаторы поклевки, отпишитесь нам в комментарии, какими вы пользуетесь хангерами или батами. Итак, это был обзор на новые хангеры от торговой марки CarPro. А вы не забывайте подписаться на наш канал,
Ставьте лайки, другие наши видео по ссылкам здесь. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч!